Сейчас мультик надо посмотреть, интересно. Музыка радует на самом деле уже. Да я понял уже. Все, ну вот радует то, что это по классическому аниме, а не по Зету. Блин, а графонисты заставочки выглядят-то. Просто оригинал в Америке, к сожалению, был не очень популярен, поэтому многие игры по оригиналу так и не вышли у них. Так, ну чё, я же... А, точно. Я преснул Энни Баттон. Тут магазин еще какой-то. Пока одна открыта только. Блин, надеюсь, то, что не будет лагать реально, это... Ну тогда будем еще переводить. Драконьи шары, семь легендарных жемчужин, которые могут желание любое твое выполнить, если их все собрать. После того, как Гоку встретил Булму в горах, они отправились на великолепное, сумасшедшее такое классное приключение, чтобы найти Драгонболы. Год спустя он опять отправился в путешествие, чтобы найти шар с четырьмя звездочками. Потому что ему его дедушка подарил. Ну окей. Ну вот Мартын, не видел ее. Я как раз искал что-нибудь эдакое. Братюня, сколько по твоему времени? Уже позже 8. Колонел, блин, я всегда забывал, как там это звание с английского переводится эти. Блин, колонел это. Полковник, не, вроде полковник, я не помню. Это полковник серебряный, там, доброе утро, сэр. А ну, типа, пошел хреначить. Да, сэр. Капитан Ред хочет знать. Чё ж за задержка такая? Бр, давайте, лучше, полковник Пидер, окей. Короче, работайте, это же... Лучше народ, блин, это, а то команда Браунов уже нашла-то свою жемчужину. Все сдохнете, если не найдете. Да-да-да, сэр. Черт бы побрал эти драгонболы. Ну или будь прокляты эти драгонболы, не знаю, как правильней. Зевок. Поиски драгонболов просто вечность занимают. Так подумаем. Радар, который дала мне Бульма, показывает, что он где-то здесь. Ладно. Я вот здесь. О, мы же уже так близко. Не отвлекать капитана Реда от кормушки. Ну вот он, погнали. Ну, странно, я думал то, что он где-то здесь, но, может быть, я слишком далеко ушел? Ты чё, кто такой, черт возьми? Откуда ты взялся? Привет, ребят! Вы не видели здесь шарик с четырьмя звездочками? Он называется Драгонбол. А ты?
Откуда ты знаешь про драгонболы? Ты маленький уродец! А ну-ка, полковник Серебряный... Отведем его к полковнику Серебряному. Развернись, блин. Вау! Да чё ж с этими ребятами? Ну, тут нет точно драгонбола. Ну ладно. Наверное, нужно будет тут порыскать. Кажется, две кнопки. А, во! Так еще можно, окей. А блока нет, что ли? Вы опять! Вам что-то от меня надо? Заткнись, сдавайся сейчас же, и тогда мы тебя не раним. Ой. Ага, окей. Ага. Так, от прицеливания, окей. О, нямка. О. Вау. Окей. Нажми на Б, что прыгать. Вау. Ой, еще нямка. О, и полное зарядили. Ага. Просыстрел. Ага. Деньги выбиваем. Не, походу, из-за таких вот передряг Гоку и не вводят в зоопарк, а то после драки от зоопарка ничего не остается. Не, окей. Но он сжирает просто всех. Конечно, немного изображение подлагивает, но терпимо. А, окей. А, во. Окей, на месте, когда он стоит, нужно нажимать. А то, когда бегаешь. Так. О, нет! Вот. Блин, так. Вот так. Управление немного это, привыкнуть нужно к нему. Move and hold. Угу.
Стой! Ща, если вот реально, вот давай, пускайте меня. Во! Здорово. А у тебя вишка есть, кстати, Мартин, получается? Туториалс. Ну. А, блин. Да. На другую кнопку. Ну, тут, короче, можно, да, смотреть то, что я изучил уже. Угу. Нужно коллектиблс будет искать. О, морковку нашел. Ну, зашибись теперь. С морквой теперь все нипочем будет. О, меч драконий на какой-то нашел. Здорово. У меня моя с 2007 или 2008 года это. Нет. Ого. Игру нормально, если что, слышно? А, мне показалось, там внизу что-то было. Капсулу нашел. Ладно, деньги. Деньги, деньги. Чё у нас тут? Ух ты, босс. Ты! Ты тот пацан, который здесь беспорядок устроил. Ну, ты кто? Эх. Походу, ты хереешь тут, так скажем. Неважно, насколько ты силен, ты не можешь победить нашего робота. Ты так мозг сломаешь. Или в этом и смысл? Игра по комиксу или уже отдельный сиквел? Да, она по оригинальному аниме. Это вообще самое начало, до Зета. Гоку, видишь, тут маленький. А, что? Черт! О, да чё было такое? А? О, я нашел Драгонбол! Нашел, так вот где он был. Чёрт, ты чё творишь? Это Драгонбол? Отдай мне этот бол, блин, ну шар. Знаешь, какого хрена рожна мне тебе отдавать его? Мелкий уродец! Заткнись и отдай его мне. Нить.
Так, я... Ах, черт! Ты получай, в общем. Окей. Это была башня. Ай, задел. Вставай. Ну так. Ну, черт, ну тут же 6 звезд. Но я надеялся, что это дедушкин. Ну, все равно возьму его с собой. Надеюсь, то, что следующий будет дедушкин. Так, соберем все драгонболы, пацан. Один-один. Би. Ранг Би дали. Окей. Я не против. Спасибо, Блейзер. Второй уровень. Бегаем как Наруто. Странно, место действительно какое-то долбанутое. Я нашел Драгонбол, но лучше поторопиться обратно. Так возьми и на Кентоне улети. Кентон это, если что, это облачко, на котором Гоку летает. Не думаю то, что я могу здесь еще пройти. Придется искать другой путь. А, у меня ки нету. Ой! Борм, а Борм? Эл! А у тебя есть платная подписка на Твиче? Нет. Бля. А чё, дебил что ли? Ну... Нахрена на тебя? Не, ну я, блядь, для проверки это... купил Twitch Prime, теперь у меня на месяц Twitch Prime, не знаю, что с ним делать. У меня есть возможность на кого-нибудь бесплатно подписаться. Да. Отпущу на кого. Окей. Я мог на тебя бесплатно подписаться, возможно, тебе капелька тех денег, которые потратил на вечную подписку, капнула. Да фиг знает. Знаете, Twitch как-то работает. Я тут драгонбольчик играю. Да ладно. Да. На Wii. А что такой? А что такой не похож на другой драгонбольчик, который потому что это по оригинальному. Потому что это по оригинальному. По оригинальному драгонболу это. А, то есть оригинальный драгонбол, это как раз когда этот пацан мелкий, да? А потом он типа вырастает, это уже как бы это... Как он называется? Наруто? Ну, блядь, где взрослый этот чувак? Это тоже драгонбол? Ну да, просто он это, где он взрослый, он драгонбол Z. Вот, 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 Z, да. Да, а потом драгонбол Супер еще есть. Еще есть драгонбол GT, но это не канон. Ты нашел в сундуке летающий микрофон. Ну да.
Окей. Что тебя удивляет? Абсолютно нормально, вообще никаких претензий. О, и прикольно, могу подбирать их. Роботов? Ну, когда их побью, да, можно их в лапки взять. Нянчить. Да. А так он нянчить. Тут летать еще, да, не умеет это. Он тут это, на облачке летает, который кинтон называется. В Америке его перевели как летающий нимбус. Окей. Да, я не знаю, нимбус это вообще какое-то говорящее имя, что ли? Подожди, нимбус. Ну, нимбус это метла это была в Гарри Поттере такая просто тоже. Да-да-да, по-моему, как раз нимбус. Я не уверен просто. Но если это еще в Драгонболе нимбусом называли летающий вот этот, то значит это что-то значит. Не, блядь, облако. Ой, который... нашел фуражку свиньи этого, блин. Нет, это не нимбус, это просто облако. Тут туча была на латыни. А, окей. О. Шлем Чичи нашел. Я просто подумал, я перепутал. Я думал, что нимбус это как раз таки это облако, на котором этот царь обезьян летал, но потом по-другому называлось. Как? По-другому называлось. Так. Сейчас найду. Ну, скорее всего, кинтон она и называлась как так. Да блин. Их никак убрать нельзя. Ладно, пизду. А то сейчас всех хп еще просру. Просто Dragon Ball это же и есть это как пародия на путешествие на запад. Ну по факту, да. Тут вот Сон Гоку, пожалуйста. Так. Не было названия, хуй. Да? В этой игрушке, которую Кивич проходил, он, по-моему, просто было облако. Такая, типа, ховерборд. Энергетически. Да блин, а... Так. Это... Я не понял. Наверное, мне обратно просто нужно идти, что ли. Да, видимо, ну, да. Ты заебал урон получать, перестань. Да не могу, мне нравится. А, давай. Вот я сам посмотрел. Это как в пиратском переводе. Маски там, помню, это сидели, они смотрели, как странно. Сколько не избивай маску, на нем никогда не появляется синяков, он не дает сдачи. Это такой один подручный стоит. А может ему это нравится, может он мазохист. А в оригинале что? Да, не слышал. В оригинале что там было, но мне понравилось, как это. Может ему это нравится, может он мазохист. Чё, я теперь могу там пройти? Не совсем понимаю, но по крайней мере я могу пройти. Блин, а вот это вот мне нравится, это вот. Да, настолько вот ему насрать то, что он не ищет логику там где-то, как это сработало, почему. Такой, ну, работает так работает. Деньги собираем. В этом весь смысл Драгонбола, насколько я понял, не ищи логику. Да, в Драгонболе нельзя искать логику, а то Спудер пришел здесь, пытался найти. Я-то Спудера понимаю, я тоже всегда так. Да, я сначала в Драгонболе тоже пытался искать логику это, и даже это, сидел это, у них же power level эти, блин, там циферки, это у кого сколько силы. У меня с наушниками что-то не то, или у тебя с микрофоном? А чё у меня с микрофоном? Когда говоришь, какой-то треск такой раздается. Да? Ну, может быть. Не знаю. И громкость уменьшила все равно. Ой. Рано камеху использую. Ну, я могу потише микрофон сделать. Ну, на стриме народ может сказать, есть треск или нет, потому что я-то не знаю. На стриме есть народ. Ну, там Борм стримище Dragon Ball, кроме меня. Мартын в любом случае мне назло скажет. Так, чтобы я резко страдал. Ну и да. Не, там Блазер есть. Блазер, ты есть? Ну да. Он существует. Же есть. Вон Тони есть, но Тони тоже это будет хрень нести. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос, я уверен. Хост в чате. Нет. Ау. О, на плоту. Окей. Ну ты сказал, что он скажет нет, значит. Я упал! Как же мне выбраться? И все же. Не могу поверить, то, что их тут так много.
Они просто прут. Вау! А, поплыли. Я слишком отвлекся. Ну и ладно. Наверное, нужно сначала победить этих ребят. Ну, давай сделаем это, окей. Что это странный голос ты? Это Гоку. Маленький Гоку. Ну, а вот этот голос, который ты используешь для его озвучивания, он откуда взят? Да, в принципе, это... Как его? В оригинале это на японском он тоже по-настоящему такой, это писклявый у него голос, это раз. Во-вторых, это... Dragon Ball Bridge, вот этот, который смотрю и озвучиваю. Там он тоже такой, это не особо басистый, как минимум. Я забыл, потому что у меня дэш ведь есть, надо быстрее уворачиваться. А что за травоморфное существо, которое... Чего-чего? А, ну тут животные враги. Кто это? Зачем они? Такая вот раса. Это в Dragon Ball есть такие. Там у них царь вообще-то, он вроде бы это... Пес или кот, не помню, вроде пес. Пес. Да, ой, их много, целых 4 штуки. А в Dragon Ball Z ты ловишь рыбу, а в Dragon Ball у оригинала рыба ловит тебя. За кого меня Борн? Я хрен не знаю, за кого меня Борн принимает. Ну, вот я спросил, есть ли на стриме от микрофона треск, или это все-таки у Эхтамида в наушниках. Так, пацан, ты сейчас заплатишь за то, что там сделал. Ты, парень... Чё? А, так... Ты парень, который катался в этой штуке раньше? В этот раз я боевой робот. Ты сдашься сейчас же, если... Знаю, если ты знаешь, что для тебя хорошо. Давай, отдай мне этот драгонбол. Нееее! Причем там реально нееее! Так он говорит. Вот хрена с два я тебе его отдам. А что тут какие-то машины по мосту проезжают, типа это нормально, да? Тут, да, ну тут от шахты. Животные, гигантские боевые роботы, а там просто жизнь, короче, кипит, и люди ездят на тачках, все нормально. А, так окей, понятно. Тут... Супер армор. Да. Блин, не успел. А, успел один. Будь. Так, давай, вставай. Камехамеха! А, чё, нет! Окей, я понял. Да, чё, не прицелился? Да блин! Ну ладно. Камехамеха! Вот так! Мы боссов побеждаем в две камехамехи. В три. Эх, точнее, не тот звук, в смысле? А? Что? Вот это вот я не могу как перевести. That was close. Вот как это вот? Чуть... Вот, типа, на волоске был, так скажем. Ну, да. Да. Почти сломалось. А то это было близко, я это ненавижу, когда, близко, да, я терпеть не могу. Что? Мультик. Летающий нимбус! Хуимбус! Блин, смотрю, радуюсь, это же на Wii игра. В этой игре есть педофильские шутки? Пока нет. Блин. Ладно, пойду. Опять. А, Тони хочет. Тони это не восстает, когда я рыгаю. А. Чичиха его не возбуждает. Так. Хорошо потянулся.
Оно перепройдено, S+. Нет, чем посмотреть, что-то в магазине. Бабушка какая-то. Сработала ранг Б и не перепроходит. Да? Не видела я таких, как ты раньше. Ты можешь тут использовать свои зени и покупать штуки. Ты ж принёс зени, да? Я могу купить Гоку, который у меня и так есть. Ну, давай купим Гоку. Гоку не продается. Да я шучу. Купил я Гоку. Спасибо. Чего, я не знаю, может это для каких-то этих, тут может один на один битвы есть какие-нибудь все-таки. Там вообще написано было, типа, смотри на персонажа в галерее, поэтому ты рассматривай по блуду полную хуйню. О, вот тут был, ну, короче, пакет на голову и норм можно хреначить. Персонажа. Ну-ка, ну вот Гоку выбираю. А, его в 3D можно рассмотреть со всех ракурсов, типа. Кузлюй-то, а? Ну окей. Когда Булму откроем, вот ее будем рассматривать со всех кадров. Так, вот вещи. О, я все эти на первом уровне вещи собрал. Да, что ты по магазину-то не полазил в итоге. А там только одно было то, что мы купили. Опять вкладок было. А, да? Не заметил, сейчас посмотрим. С потрохами продался. Сейчас посмотрим. А, вот. Ну тут музыка. Опенинг можно купить, который. Заставку, которую ты и так можешь смотреть каждый раз, когда игру включаешь. Здорово. А, что-то мне напоминает эту, блять, хуйню, в которую Гридон играл. Hello Kitty, во. А. Там тоже что-то подобное было. Я, короче. Очень странный игровой магазин, бесполезный, беспощадный. Я покупаю вот так. Thank you! Голос. Да. Блять, туда поворот-то, сука, нет. А, потому что 5000 на него надо, у меня 4 щита. Потому что ты въебал его на 3D модельку Гоку. Да. И вместо этого ты накупил чего? Музыки? Да! Музыки! Да! Поварап, копи, блядь, дебил. Я пойду покурю, и ты меня не остановишь. Ладно, че я приду. Он не подулся. Пристал бы варапа действительно. В кои-то веки с Мартыном соглашусь. В мелочах.
Дик. Погнали. Полковник Силвер, этот пацан странный, он забрал Драгонбол. Что? Куда он пошел? Он улетел, сэр. На каком-то облачке. На облачке. Вот на этом, что ли? Ой, нет. Получай. Ты что, сбил меня? Да чё с тобой не так? О, я впечатлен, что ты все еще жив. Мастер Роша дал мне этот летающий нимбус. Теперь его нет. Отвечай на мой вопрос. Нахрена тебе драгонболы? Не расскажу. Извинись за то, что уничтожил мой нимбус сначала. Ты не можешь... просто так взять это и... начать короче, перейти дорогу красной армии красного банта. Или ленты, красной ленты лучше, да. И просто, и выжить, крысёныш. Короче, нас избил какой-то пацан, улетел на облачке. Нет, мы ничего не курили, не отмазываемся, да. Я даже времени не потрачу, много сражаюсь с тобой. Привет, медведь. Ты мне нравишься. Ты, короче, избей его, пока он двигаться не сможет. Давай. А! Чёрт. Ай-яй-яй. Да повернись ты к нему. Твою мать. Как так, блин? Блин, надо было это. Черт. Мне конец. Всем здорово, привет, Данил. Блин. Гамовер, нить. Go!
Блин, не то нажал. Побьем его уже. А чё это как-то ему хп особо не снялось сейчас? А, катсцена. Блин, на месте надо стоять, когда он так делает. Да блин! Сейчас все эмоции. Ну? Я же зажал. Слишком близко стоял, что ли? Dark Souls, блин. Да, блин, прыжок на другую кнопку-то. Музыка немного Fable напоминает. Да-да-да. Мы поняли, ты большой и страшный. Ты необычный пацан, да? Тогда твоя жизнь, тебе 5 секунд осталось. Сэр! Сэр! Чё?
Тот с шаром, который полковник Серебряный это попросил нас найти. Он на север движется. Генерал... Драгонболу генерала Белого. Что происходит? Быстро свяжитесь с Серебряным. Простите, позвольте мне объяснить, капитан. Ты потерял свой? И сколько же врагов было? Только один, пацан, ты идиот! Ты жестко за это заплатишь. Кем он может быть, по-вашему? Необычный пацан. Который, если он достаточно силен, чтобы победить Сильвера. Серебряного. Свяжитесь с генералом Белым. Прикончите пацана и... Шар замутите мне. Да, сэр. На наши драгонболы никто... Наши драгонболы и пальцем никто не тронет. Как-то это двусмысленно звучит. Си? А, потому что Continue 2 использовал. Choose what saga you want to try out. All right, let's get started. Побольше уровней теперь. Этот маленький хвостат поц, он крут. Привет, Гранж 89. Без летающего нимбуса Гоку полетел на самолете на далекий север. Неожиданно замерз робот-пилот. И самолет вниз упал. Почти подохший Гоку был спасен Суно, девочкой из ближайшей деревни. Чтобы отплатить ей, он пообещал то, что он спасет. Спасти, короче, освободить деревню, так скажем. Ну, дашборд по-хорошему надо было бы поменять. Думаю, что не та игра же сейчас идет. А, холодно. Лучше отправиться на базу красной ленты этой. Сейчас тихо. Нет. Блин. Я хочу рестарт. Сейчас. Нечестно. Boy, this is getting exciting. First, you need to select which data file you want. Good luck out there. Choose what mode you want to play. Choose what saga you want to try. All right, let's get started. Можно пропустить, благо, это все. Ну, здесь ничего прям такого не было, конечно, но все равно... А вдруг? Так, о! Теплую шапку нашвал. Это Ви. Йо.
Понятно. Сейчас Петон на нас налетит. Будукай! Нет, это не Будукай. Сава, что-то еще секундочку есть. На винишке Revenge of King Piccolo. Больной ублюдок. Почему больной ублюдок? Классная игра. King Piccolo вспомнил, блин. О, невероятно! А так... Окей, беремся. Я думал, там диалог будет какой-нибудь еще. Да, блин. Серьезно, первый Dark Souls на Nintendo Switch. Чего? Ну так и там вообще ремастер же делают. Ремастер, да. Ну так я не против. На PS4 тоже выйдет. Я на него наигрался. Demon's Souls бы выпустили, но мало. Вот Demon's Souls, да, действительно, стоило бы ремастер сделать. Камихамиха, уничтожай танк! Это играешь маленьким Гоку? Ну или да, как? Это по оригинальному аниме. Вот тут это красной ленты. Ну, армия красной ленты, сага. Ну так вот она, база красной ленты. Ну ладно, погнали. Он тут бегает как Наруто тоже, руки в стороны. Это японцы почему-то любят это говно. Ну, на самом почему деле. Почему не так... работает рестрим? В смысле? На ВК больше. Ну, больше не работает. Сейчас нету там разве? Ну, есть лайф, но у меня 3 палочки. Не знаю. Ну так вот это и база. Интересно, чё ж... Где они держат майора? Мэйер это ли? Или это мэр, блин? Блин, я теперь... Мэр, наверное. Я теперь знаю, как Гридон назовут. Так и мы все и так знали. Я не знал! Ах ты какой. Закрыть эту запись. О, вот, заработал. Почему это поехавший? ВК поехавший. А. Ой, блин. Сколько у тебя уже в шапке уголок барматунчика пип выпуск первый стоит? С мая вроде бы. Где? Не, все-таки я начну регулярно это выпуски делать, сказал Барматончик и забил нахер. На все это. Да, так вот я. Мечни. Не, наверное, на этой неделе я не смогу в ролевку, поэтому на следующем. Окей. Ориентируйтесь. Что-то я не слышу расстройства. У меня расстройство желудка. Ты скачал нюх? Ну, я его начал скачивать, но еще не докачался он. С подпалом еще какие-то проблемы, видимо, праздничные песни. Да. Поэтому не могу даже соус пить. Я сейчас по маркетингу. Слушай, ты когда-нибудь же будешь брать вот этот Dragon Ball Fighter? Ну, когда он будет со скидками, у меня будут свободные деньги, то да, буду. Окей, хорошо. Тогда я тоже. Тогда только. Что, одному играть неохота. Да там, в принципе, ну, одному вроде классно поиграть можно. Ну, да блин, но он... Ну, ты видел, он классно выглядит. Да. Вдвоём. Я жду... Я вот хочу, чтобы они сделали какую-нибудь игру типа Super Sonic Warriors еще одну. Полноценную. Типа с What If, с сюжетами этими.
Там, я так понял, у них будет вот и в какой-то сюжет. Но в драйв-зете вот этом новом. Да. О, снеговика нашел. Но если будет, то это и как, плюс. И как я понял, связан будет с Android. Мне тут, кстати, это вот понравилось, это... Сейчас, блин, какая-то вселенная была. Там где-то вроде бы... Да, там где-то, ну, в мультиверсии, где Маджин Бу это и Бабиди, они захватили мир. Uh-huh. Вот это. Там показали это, почему это, мол, как это получилось так, то, что проиграли это из-за этого войны. Мол, как? Когда это... Ну, они увидели андроидов. Ками, он как скотина поступил, можно сказать. Он такой, мол... Ну, что-то они не выглядят такими уж плохими, это эти ребята, в общем, такой говорит. Да и, как вот Транк сказал, то, что здесь они ведут себя по-другому, и мы сначала других андроидов увидели. Так что, не будем мы это вас перекачивать, не буду я это с Пикколо фьюзиться, это и в комнату я вас тоже эту не пущу, потому что нет нужды ей пользоваться, но это Hyperball и Time Chamber. И в итоге вот, да, они с Булма там сделали этот... О, Арни, здорово! Металитрон, да, я помню его! Это, короче, в итоге это... Андроидов они победили, это, судя по всему, взорвав их, потому что Булма там успела все-таки сделать этот пульт. Это, и, как бы, естественно, они не стали... Это Super Saiyan 2 так и не появился, получается, потому что не было смысла тренироваться дальше. Сэла же не было. Гохан, а почему Цел не было? Ну, потому что в этой временной линии это Сел не отправился в прошлое к ним, это тоже так, походу. Ну, пока что полностью они не показали это, но вряд ли у них там был это Super Saiyan 2, и Сел вряд ли был. Добро пожаловать! О, но ты огромный! Пока я здесь, ты не можешь пройти дальше. Умри! Ну, Дабру, кстати, мог победить в первую форму целую. Ну да, вполне себе. Да, да, даже больше он его вообще как сучку бы изнасиловал. Потому что там это, они подтверждали это, помню то, что типа это, ну, не power level, успокойся, если что. Да, я сейчас чуть не стригерил меня. Да. Но мол, то, что это, они сказали, то, что это по силе, он напоминает прям это, Сэла, а не Кайшина, это говорили. Это, ну, когда тот был это... В перфект форме в самом начале это игры Сэлы. В начале вот именно. Да. Именно. Но у него и есть читра, вот это вот, плевок. А, ну плевок и есть, да, у него читра. Но у него нет регенерации. Регенерации нету. Блин, я забыл зажать кнопку. Блин, контини придется опять использовать. Ну ладно, он не сложный, в принципе. Главное, а нюх, сколько будет у тебя качаться? Да я не знаю, я сейчас у меня PlayStation выключен вообще, если что. Да. Окей. Блин, близко. Не слышно это? Чего? Не слышно. Я ничего не слышу. Они охота, да, типа, ну... как это, про самураев, это DS, так скажем. Ну смотри, ты начинаешь в Европе. Ага. Это про историческую личность, один из первых людей, прибывших, ну, гайдинов в Японии. Ага. И он там может это, короче, как ниндзя себя вести, как самурай, ну да, там история такая, альтернативка. Ага. Там из Европы прививает он и один колдун. Колдун? Угу. Ну, там не так... Там можешь успокоиться, там сюжет будет такой, катсцены, диалоги. Не-не-не, это понятно-то. На самом деле... Она... Как Souls, только... Наверное, первые пару часов, кажется. Даже так. Да, ну, вполне себе классно, на самом деле. Чем мы Арни уделаем. Вообще, в первый раз, когда увидел этого Шварценеггера, это... В манге, это я поржал, конечно, такой, ну, отлично. И причем говорю такой себе в голове, давайте еще Франкенштейна себе запихнем, вот, и хренак следующий андроид. Это вот самый сильный андроид, он вообще... Ну да. Это... Впечатлял. Ну, да, он такой, лалка.
Причем их, по идее, всех разрабатывал один и тот же доктор Жиро, ведь? Да. А? Он перестал двигаться? В мире до хрена странностей, да? Хотя, стоп, нет, там не всех Жиро, там у них целые команды. Подразделение было. Да. Я уже не помню. Доктор Джиро, по-моему, просто технологию придумал. Да. Блин, всего лишь на Цешку прошел. Не. Все из-за того, что континью использовал, опять же, небось. Ну и ХП у меня не особо много было. Так, ну второй уровень. А так вот приятно то, что вообще по оригинальному Dragon Ball все-таки существуют еще игры какие-то, в которые можно приятно, ну, играть. Да. Тогда были не power level, ну, тогда были стили. Блин, ну. Конечно, Гоху был уже тогда не пули непробиваемый читрой, но все. Ну да. Ах, да, радар, короче, следуя радару, Драгонбол должен быть где-то здесь. Ладно, я должен забраться наверх в это, этого места, чтобы спасти мэра. Наверное, после этого и буду искать Драгонбол. Окей. Что это за огромная шняга? А и походу можно крутить, да? Да, можно. А, кстати, как тебе это обрич последний? А, ну он забавный. Блин, Гитлера не показали, жаль. А, ну? Его же там должен был показать. Не, Гитлер он в этом же, в полнометражке был. А, напомни, что это было. Сейчас, это... Ну, он как-то она выделяется, на самом деле, не знаю, в какой момент ее ставить. Там, где еще это, вот такое, похож на Бу, так скажем, это чувак был такой красный. Ну вот этот вот. Или другой. Ну я плохо помню это. Я посмотрел ее еще в этом, блин. Это, ну, прям когда она вышла, это в декабре, и не пересматривал с тех пор, поэтому не помню, кто там был-то. Пенумбра, там или как так его зовут? Вот этот красный как раз. Ну, значит, он окей, да. Там он сначала воскрешал злодеев. Ну да, 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 все верно. Там и Лорд Слак, это он его воскресил, там я помню, потом этот был какой. И Фриза там был, и Тарльс, ну, да, вот да, то, да. Что вспомнил. И это должен был быть. Ну, кстати, намек мне поближе понравился, про что у него брат. А. Ты про Гуру имеешь в виду, что ли? Или про кого? Про брата, ты про какого брата говоришь? Ты смотрел новый эпизод? Эпизод Абриджи? Нет, а чё, вышел? Новогодний который. Ну, новогодний, говорю же, я посмотрел, когда он только вышел, то я его плохо помню, поэтому. В этом году. Ну, как в этом, погоди, рождественский, где они вот там это, ну, Пикколо там, по, это, блин, ну, Гохан, где Пикколо вот поздравляет как раз, да? Да. Погоди, в этом разве вышел? Погоди, не может быть, они в декабре же его выпускали. Ну, в конце декабря, в Рождество. Ну да, ну, это прошлый год уже. Ну, блин. Я говорю, она в декабре его посмотрел, это я не помню его практически уже. Обычно ты помнишь. Ну, обычно я помню это, да, это, но я вот так это, знаешь, посмотрел мельком это, можно сказать тогда. Понятно. Ну, мне таким, ну, просто каким показался не особо интересным, если честно. Тогда, когда мы смотрели. Нет, там диалоги и злодеев, это... Ну, это перегляну тогда, чё. Может, после вот стрима как раз сяду гляну. Ну и Виджета, который Санта-Клауса хотел убить. Ну... Ну так, все правильно. Саяне пытались постоянно сбить Сани... Санта-Клауса, потому что у них не было Рождества, у них было день Фризы. Фризерс Дэй. Да. Баммер. Да блин, прекратите в меня летать, уроды. Вот так. Бомба. То есть там должен...
там должен был Гитлер быть, да? Ну да, 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 все-таки там, да. Его еще Транкс и Готен. Ну, против его армии там сражались, я помню. Причем там все нарисовано как-то было так, не знаю, как будто это комикс какой-то, это они Dragon Ball. А, вот почему, наверное, вырезали, потому что они его раньше времени поставили. Тут Транкс и Готен. Хотя нет, стоп. Так еще нету их. Стоп, стоп, как. Еще нету их, так с кем он. Хоу Гитлера били они. Если их еще нет. Не знаю, ну, я имею в виду Гохан мелкий еще. Ну да. Но это спешил, они сами его склепали вроде вообще как-то. Что это за место? Что происходит? Здесь. А, сейчас этого Синоби найдем, походу. Здесь что, есть. Который, типа... на сам... Который на самом деле куча идет. Ну. Не без этого. Куча надзуется. Блин, окей, понял вас. На самом деле, первая такая угроза была у главного героя, это Тао Пау Пау. Тао, да, он, кстати, в той, это, в Тенкайчи Будакай, вот это, он есть там, этот Тао Пау, да. Там и... За сколько секунд его убивают? А я, не, а там по сюжету, к сожалению, они с Зета начинают. Я расстроился, потому что думал, что там будет начинаться все как раз с этого, хотя бы с конца оригинального Драгонбола, где взрослый Гоку. Но нет, они сразу с Радица начинают. А ты кто? Ха-ха-ха! Я впечатлен, что ты так далеко залез, пацан. Но дальше ты не пройдешь, ты скоро сдохнешь. Ну и все, хватайте его. Да и сейчас. То есть тут он сразу это... Карта раскрыл все, хватайте. А, да просто нет. У него еще команда тут, понятно. Угу. Желтенький. Помимо того, что он сам еще там. Ну да, да, да. И... Нифига, тут столько дыма, блин. Он должен звучать как... Да я не помню уже, как он звучит, это так давно было. Тем более, я больше мангу перечитывал, чем аниме пересматривал. Оригиналы. Там рисовка лучше, в манге. Рисовка, сука. Что? Весь, не, рисовка, рисовка это птичка. Рисунок. Нет. Я, возможно, мне покусал Таторио, но, блядь. А, вон чё. Кстати, эти... Ну, он тоже... Бомбится этого? А. Но он просто, не просто бомбит, он банит людей за... О. Маньяк. Ты что спросить хотел? А, да. Да, ну ты увидел, я тебе слал этих... Комиксы всякие. Бэтмен, White Knight. Ну не, вот его как проморгал, а чё там? Ну я тебе сцены, где он это, за Бэтмен. А. Чё ты там Бэтмен? Слушай, меня бесит DC чем. Вроде бы я... читал комиксы про Бэтмена. DC, я DC не очень люблю, ты знаешь. Ну да. Но Бэтмен это немножко другое. А White Knight почему это... он там? А в White Knight там немножко канон другой. Угу. То есть они приплели несколько персонажей, которые я вообще не знаю, кто они, хотя я читал. Да. Из каких-то этих, понимаешь, там каноны просто изменены. И они в диалогах просто показывают читателям, что в этом мире канон, а что не канон. И это так бесит. Потому что в DC нет канона, как у Marvel, да, знаешь? Ну да, да, да. Были вот события, ладно, вот эти перечеркнем, хорошо. Не, мы обосрёмся, конечно, 1000 раз, но у нас хотя бы есть сюжетный такой лайн. Ага. Чтоб люди не запутались. Унеси, ну срать вообще куда? До кризисной эпохи, после кризисной эпохи, вот это вот из до какого? До темнейшей ночи вот этот момент возьмем, вот этот момент вообще придумаем. Ну, окей. А вот этот, вот это имя вообще из фильма возьмем. Причем того самого первого фильма Бэтмен. Идите вот нахрен. Не самого первого. Погоди-ка, это который с Адамом Вестом, что ли? Полнометражный. Нет, полнометражный. Тима Бёртона имеешь в виду? Да. Да, ну просто это, Адама Вестови тоже полнометражный. А, ну да, было.
случае. Точно. Там же как раз это был момент, когда, блин, это что-то из разряда голого пистолета, когда он бомбу выкинул с корабля. Военный авианосец там какой-то, блин, это и там бац, бежит туда, там девушка с коляской, с ребенком идет, бежит туда, там монашки идут, такой. Бывает так, бывает вот дни, ты от бомбы избавиться не можешь. Это просто я угорал с этого, конечно. Это не то. Тогда Бэтмен не был серьезным говном. Ну да, тогда это 60-е были, там наоборот, все такое цветастенькое было. Даже он комиксы. Только в конце 80-х начал быть темным. Ну да, в 60-е, я помню, у него там даже это... Какого-то хрена Кивич даже вот скидывал вроде оттуда вот как раз эти страницы, где он это стоит, Бэтмен одевается в красный цвет, и Робин говорит, почему там это ты сегодня в красном? Он так говорит, ну, я типа каждый день должен это одевать разный костюм, там и у него сзади висят еще синий. Да, он каждый выпуск менял, да. А зачем? Сука, я вспоминаю Бэтмен Зебр. Бэтмен Зебр. Покрашено как зебра, да. Боже. Сука. Я не знаю, это слишком дикое говно. На самом деле, я тебе могу дать это, который читает вот, классические, значит, старые-престарые выпуски и просто просто ржет над теми тамошними сценариями. Ну блин, еще бы, тамошние сценарии, они вообще были же. Это, знаешь, 50-х-40-х годов, это ржач. Да ладно, блин, когда они в первом же комиксе это, Бэтмена запихнули его всю предысторию на одну страницу, это вообще охренительно. Ну да, он это тоже показывает. Но это дикий на самом деле, Таторио сказал это... Ребят, вот извините, это, конечно, срань, но это веселая срань. Ну, это да. Там мальчик вундеркинд, блядь, это Робин. The Boy of Wonder. Да. И это Boy of Wonder везде пихается. Ну да. Холли Бэт ванлайнер там что-то такое. Но он всегда такую чушь нес еще и в сериале даже с Адамом Вестом. Так о чем я говорил-то? А, все. Ну да, что там по сюжету? Ну ты пацан, ты тот, кого я видел раньше, что... На, как его, Мурасаки точно его зовут. Он, ну да, пусть он будет... Я Санс там, вот он какой-то... Я... Uh-huh. Я мастер-ниндзя Мурасаки, а ты... Как ты смеешь уничтожать мой отряд ниндзя? Ты дальше не пройдешь живым. Не, как будто можешь убить меня. Все. Вообще он ваншотнуться должен был по-хорошему. Ну да. Ну, это же игра все-таки условности. Да, про сюжет ты говорил, то что это там типа дуэт какая-то эпоха там. Да-да-да, и там кусками просто надерганы, и это меня бесит. Потому что, когда читаешь такие вне вселенной, ну знаешь... Ну да. Ну, бывает иногда комиксы вот просто вне вселенной, просто какая-то история. Ну да. Персонажем, который вне канона. Те же самые это, как спектакуляр Спайдермен, вот эти вот комиксы. Да-да-да-да-да-да-да. И вот это... Собственно, там о том, как Джокер внезапно вылечился и решил уничтожить Бэтмена другим способом. Вау, вообще, копий техник использует. Как и Бушин на джутсу, да. Ну да-да, продолжай. Вот. На самом деле, три главы были шикарные, а вот четвертая что-то для меня это как-то приосело очень сильно, потому что какая-то вторая Харли, это вообще... Я, конечно, знаю, что в комиксах это, ну, блин, это немножко диссонанс наводит, потому что берется вещи из разных эпох, совершенно. Ну да, как-то так. И вот бесит вот эта вот фишка, что нет канона у них общего. Вообще. Ах, очень бесит. Что, эктомит? Просто... Все? Просто это путает, подожди. Просто это путает немножко. А так как сюжет прикольный достаточно. Нарисуем класс. Вот. Привет, Эхта. Да. Привет. Здрасте. Как твое ничего? Как в Канаде погода? Ты маленький урод! Как ты смеешь делать это с моими братьями? Блин, как-то это двусмысленно опять звучит. Морган, перестань делать это. Своего брата. Он маленький урод 47-го размера.
Так вот, ну блин, погодка так себе, все тай. Так, блядь, пиздец. Вот мне тоже за окном какой-то полный пиздец, надо ехать, блядь. И заснулся с проблемой, где, блядь, купить в розницу эти, блядь, антистатические пакеты. Кого? Знаешь, которых? Ну, антистатические пакеты, в которых обычно всякие видюхи продают. Электронику. Только мне без видюхи надо, мне отдельный пакет, а их продают, блин, паками за, по 100 штук в интернете. Ага. Понять, по помощи магазина можно купить. Ты понимаешь, что как бы они вообще, в принципе, особо не продаются, почему я слышу, ну, да, смеха? Не знаю. Не знаю. Let's go, kid! Ты что, безумец глупый, это дорогие, вот, а, блядь, чтобы консюмера купить. Ты серьезно ему сейчас продуешь? Во, на ласхите затащил. Окей. Был таки. Я. Блин, нет, у него, знаешь, голос такой на своем. Воу, вот этого как японца, вот настоящий. Воу, вот это. Ох, какая скорость! Какая это сила! Android 8! Хватай этого, кричал, нищая, бля, не знаю, какой-то хач получился. Япона хач. Пришел. Теперь хватать! Пульверизируй его, бля, пульверизируй его. Великий, могучий русский язык. Короче, хуярь его. Разрежь его на куски. Нет. Понимаешь, пульверизировать это, то есть сначала нужно поместить его в блендер, размешать хорошенько, потом залить в эту, в баночку для аэрозолей и попрыскать. Смотри, кстати, вот эти вот глаза у этого андроида восьмого, это они вот чуть-чуть еще сольются в одном, в Соника точно вот уже превратится. А че, хочешь сказать, что в этом мультике нету вот моноглазов? О, нету, кстати, вот нету. Убивать людей плохо, я ненавижу плохие вещи. Я знаю, ты тут плохие вещи делаешь. А ну-ка, дичь, слющить меня! Гармия, кстати, красная лента дала тебе мальчик жизнь. Радно! Да, точно, ну он же японец, там он не ял, не может говорить, нужно это говорить. Радня! Вместо ладно. Если я должен... Да, ёржин. Если ты не будешь срушить меня... Тогда ты должен знать в моем тере бомба для таких сручьев. Все, что мне надо сделать, нажать на кнопку, и ты пойдешь кабум, ха-ха. И все равно я не могу делать плохие вещи. Что? Как ты смеешь? Как ты смеешь-то? А? У тебя какой-то, блин, кавказ из пручи, как ты смеешь? Да это так я... Так я слышу японцев. Не, Морган, а то ты всегда скатываешься на грузинский акцент. А если это то, что ты хотеть? Какой бы ты голос не пытался изобразить. Тогда время тебя взрывать! Нет, ну, либо, если я либо ты просто могу помочь свой рот. Группой ребенок! Группой ребенок! Группой ребенок! Группой ребенок! Группой ребенок! Уничтожен! Не лезь ко мне! Ножницы, бумага, камень! Пуф! Ну вот или так. Саунд-эффект от Хитамида. Ролевка будет на следующей неделе. Спасибо, что спас меня. Я счастлив. Может, как тебя звать? Меня? Я Гоку, а ты кто? Меня называют Android 8. Я хуёв. Странно, у тебя имечко. А может быть, будем называть тебя Эйтер? Эйтер. Мне не нравится.
Чудило. Это тебе чудило, то есть. Гоку, ты же хотел помочь мэру деревни. А да, я, блин, у меня вообще нет времени теперь на это. Ну ладно, Лейтер-эйтер, блин, ладно, это... Позже Восьмерёна, блин, я не знаю, Восьмерёна его будем называть, как Матрёна. Эйтер, Эйтер, да? Да, не... Вот так он смеётся. Нифига у него рот, блин, он все суши мои бы сожрал сейчас, по-любому. Блин, классная игра, на самом деле, нравится. Напоминает вот это, Dragon Ball Advanced, который на GBA. Нравится. Нравится. Было бы странно, если бы Dragon Ball Advanced был не на GBA. Ну, да. Куда ты это переезжаешь? В какую жопу? Домой? Куда? В Латвию? В Латвию. А чё так? Да захотелось, надоело здесь. Нифига себе. Там лучше будет? Посмотрим. На том захочу обратно перееду. Так, нужно эти. Я в этот раз пауэрап куплю. Так, ладно, поеду я все-таки. Не успею еще закрыться в магазин и попробую где-нибудь купить этот блядский мешок. А, вот зачем тебе мешок, ты прям в далекий путь. Я просто хочу карды вытащить из компа и везти их отдельно, а не покажу. Понятно. С этой целью я хочу их защитить от статических разрядов. А чего ты решил прям настолько радикально? Ну, жар амнезии стримит. Сейчас, не бойся, опять это там нарсрач будет. Так, расскажи мне, выложили это интервью или что? Да не, я так и не проверял его. Так что, жар ничего не будет делать, да? Да хэзэ. Давай, инсайдерскую инфу раскрой. Я серьезно, он мне не ответил ничего нормально так. Ну потому что он подонок. Сейчас так. По-моему, он опять хайп делает. Да вот мне тоже кажется, на самом деле, так. Он любит это играть. Далеко я зашел. Наверное, к вершине-то близок. Погнали! Ну, просто он уже как-то заканчивал Turtle Power, типа, свой, я помню, так что... Ну, им еще это, осталось сделать еще один эпизод. Turtle Power! А, Turtle Power, который вот именно... Да. Это да. Так, окей. Тут... Итак, я понимаю, он будет как раз про Манхэттен еще. Ну, скорее всего. Удачи тебе, Эхта. Да. Слушай, я тоже пойду по фапоту. Палево. Спалился. Давай. Шучу, конечно. Да блин. Пойду отдохну. Давай, пойди отдохни. Работа еще бесит. Не хочу. Работа зло. Офис это зло. А я сейчас наоборот бы... Вот, работу мне бы нормально, честно говоря. Бабки нужны. Ну это да, это конечно. У меня пока что есть, я еще работаю на фрилансе с этими. Который... Ух ты, нифига себе тут. Как можно оказывается. Бизнес-план, который... Ну да, 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 да. А чего они тебя на постоянную не возьмут? Но пока что так, это, понимаешь, они в Эстонию собираются сваливать. И вот посмотрим, я хочу к ним подмазаться так очень нехило уже, с ними нормальные отношения там это устроил, все дела. Ну, мужики, давайте нормальные отношения. Да. То есть ты в Эстонию хочешь? Ну, там лучше, чем в Россию, по-любому. Тем более, там столько уже, это, знакомых, можно сказать. У меня и бабушка с эстонцами немного работает, это и батя. Понятно. Да. Ну ладно, давай. Угу, давай. Ты слышишь этот смех? Да. Это у тебя? Соседка на улице. Боже. Горяченко. Шутка. Ладно, давай. Давай. Угу. Пока. Удачи. Тик. А если... Типа, я забыл сказать это.
скачай волк среди нас от толпы. А, да и их-то я скачаю, там платины. Да. Ну и как ты говорил, там это те же сценаристы, которые Borderlands писали как раз. Да. И а их Borderlands просто великолепен, я считаю. Все, иди проходи. Ну, сначала Dragon Ball надо пройти. Я прям залип в него. Зиньки. Ну, понятно. Блин, прикольно так дымок. О, тут даже такое сделали. Блин. Не допрыгивать до туда, окей. А если... Во. Ей! Кимоно! Мартын, ты еще здесь, если что? Просто спросить это. Она, в принципе, ведь получается не особо длинная-то, эта Егорина, да? Так, тут два пути направо и налево. Ну лучше налево, мне кажется, сначала. Так. Что-то не понял. А. Окей. Во как. Не идеально игра эмулируется, конечно, но все равно лучше, чем та на PS2. Так, я одну вещь хочу сделать. Сделал. Музыка хорошая такая, японщина прямо отдает. Ой! Свою уж налево. Да! Да.
You special so. Окей. Ух ты! Немного с Соником, что ли, даже отдает, я не знаю, музыка здесь. Как бы это ни звучало бы. Да и приятно наконец-то побегать по миру Драгонбола, не тупо сражаясь. Блин. Я имею в виду это. Сейчас. Не тупо файтинг, а вот такой битэмапчик, платформер даже немного. Наконец-то прошли. Бэшка опять. Save complete. Choose what saga you want to try out. Choose what mode you want to join. Choose what saga you want to try out. 6 из 8 этот предметов нашел. Вот ты где, Гоку. А? А ты раз не был внизу, Эйтер? Самые высокие... Блин, этажи самые жесткие. Я тебе помогу туда добраться. А правда? Большое спасибо. Я тебе вот отплачу так за то, что ты помог мне. Это главный офис генерала Уайта. Мэр здесь. Ну ладно. Это ты здесь, босс? Верни мэра. О, блин. Я очень впечатлен, что ты сюда добрался, пацан. Хочешь присоединиться к армии? Генерал Уайт, прекратите делать плохие вещи, сдавайся. Предатель Андроид. Это ты будешь сдаваться, пацан? Типа упали. Да, это озвучивать не надо. Ищ. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты умрешь на моем мониторе. Здрасте. Хи-хи-хи-хи. Даже ты не сможешь победить этого монстра Бульона. Бульон почти. Приготовься, тебя проглотят полностью. Я не знаю, какой акцент ему давать. Потому что он так разговаривает. Как будто у него русский акцент должен быть, по идее. Так, ну и тут я на перекур сбегаю, пожалуй.
Так, я вернулся. Ну-ну-ну. Чё это с ним? Мои атаки вообще не работают. Ай! Чёрт! О, отлично, вот как раз сейчас мы его заморозим. Ой, чего ты делаешь? Ай. Давай, блин, в себя приходи. Ого. Да, блин. Не ожидал, то что тут еще будет. Но давай, Камехамеха. Нет, окей. Эй, верни мэра, или иначе заплатишь. Окей, я проиграл. Будешь забирать мэра. Ты верно поверил? Ты реально поверил в это? Не двигайся, крысёныш.
Ты взял его в заложники. Сдавайся уже, генерал Уайт. Ты грязный. Лучше тебе не двигаться. Разворачивайся, пацан. Если ты хочешь, чтобы он жил. За мной? О, боже. Ну, братюнь. Ты дурак. А? Гоку. Не смог, типа, заблокировать. Не выдержал этого пацан, да? Типа, ну, врезал то, что он ему. Ты, как ты посмел? Ты ранил Гоку. Ты плохой, я тебя накажу. Дзинг будет. А, как же звездочка. Ты в порядке, Гоку? Ты мертв? Не, в порядке. Немного было больно, правда. А что насчет тебя, Эйтер? Он... Тебя тоже стрелял, да? Я андроид. Андроиды так просто не умирают. А, ну, хорошо. Черт, я такой голодный. Можешь прийти в мою деревню и жрать что угодно. Правда? Верно. Пошли, Гоку. О, Эйтер прятал Драгонбол, потому что он знал, то, что армия... Привет, Артём и Юра. Бьет всех жителей этой деревни, всех селян. Радар был задамажен. Нужно отправиться к Бульме, чтобы она его починила. Но как он туда доберется? В деревне Гоку узнал то, что летающий нимбус никогда не может быть уничтожен. Он был вдохновенный. Он позвал свой магическое облачко и улетел на нем, как всегда. Так я тебе сказал привет. Спасибо за все, Гоку. Ты мой лучший друг. Удачи, хорошо? Смотри, чтобы армия красной ленты тебя не схватила. Пока, Эйтер, пока, Суно. Всем пока. Давай, летающий нимбус, полетели. На бэш. Да, норм сам как. Choose what mode you join me and choose what saga you want to try out. All right, let's get started. Гоку вернулся в город Булмы, где она починила драконий радар. Она решила пойти вместе с ним, чтобы найти следующий Драгонбол, который находится глубоко под водой, на субмарине, который они одолжили у мастера Роши. Парочка узнает... узнают о затонувшем пиратском сокровище. С Крилланом Гоку путешествует в пещеру под водой. Но Трио понимает то, что субмарина... генерала Голубого, это той самой армии, прям за ними следует по пятам. Зашибись.
Генерал Голубой! А эта группа, они зашли внутрь пещеры. Должно быть там Dragon Ball. Мы должны атаковать! Запустить торпеды! Что? Смотри, субмарина! Они, наверное, и пульнули в нас торпедой. Это опять красный бант. Они просто не сдаются. Что? Ты имеешь в виду армия красного... красной ленты? А? Ты тоже о них слышала? Они всегда лезут, блин, когда и ищут драгонболы. Ты шутишь? Почему они тебя преследуют? Они же самая злобная армия в мире. Они опять стреляют. Мы должны спрятаться в пещере. Они бежали в пещеру. Блин, как он это произносит? Ну, короче, капсулу мне, я тоже туда отправляюсь. Hey, мы снова снаружи. No, да нифига, мы внутри пещеры. И здесь есть воздух. Нам больше не нужна субмарина, бежим. Слишком темно, почти ни хрена не видно. На, иди вперед. Твоя голова может осветить нам путь. Эй. Это чё? Что здесь делает свет в подводной пещере? Эмуль Ви. Погоди. Я знаю, что это за место. Наверное, здесь и спрятали это сокровище пиратское. О, здорово, конечно, но у нас проблемы. Я уверен, что уверена, здесь просто дохренище всяких ловушек. Хорош меня так пугать. Геймпад, да. Так, тут правда Dragon Ball в конце всего этого? Ну, должно быть так, если красная лента за нами бежит. Эта стрелка показывает, что нам наверх. Ну, спасибо за подсказку. Я бы сам бы не догадался. А, блин. А, ну окей. Показывает туда, хотелось посмотреть, что... Блин, а там... Не допрыгну. Блин, вроде как будто каменная платформа, и сейчас потону. А! Блин! Окей. Может, с нее не надо слазить все-таки. Она поплывет дальше по течению. Ха-ха!
Ай, блин, вставай. Да тихо, не свались только. Блин, второй прыжок не сделал. Блин, эти сталактиты, походу, падать будут. Нет? Окей. О, нет. Ей! Очки нашел. А, понял. Да. Геймпад, вид, что? PS4, DualShock 4 у меня. Vita тоже можно использовать как геймпад, разве? На, ты. Чё-то Тимуль начал выпендриваться. Вроде прошло. Так, окей, я понял. Так, ещё раз. Череп. Так, да ладно. Ты решил зависнуть, что ли? Действительно, ну ладно. В таком случае на этом сегодня, правда, закончим пока что. Блин, обидно, конечно. Просто уже давно стримлю 4 часа. Так что давайте я пойду похаваю. И всем до скорых встреч.